Шопинг любят даже аллигаторы. Такой вывод сделали жители Флориды. У нас здесь ранее 4-метровый хищник зашел на территорию торгового центра. Что-то вроде плазы. На коротком видео по меньшей мере 30 человек напрягаются, чтобы поднять и донести аллигатора-монстра до машины, ожидающей, чтобы увести его. Агентство написало в посте, что работало сообща. Помощники шерифа и агенты доставили этого массивного парня в безопасное место. Позже трое помощников шерифа радостно позировали зубастым хищником после того, как на него надели наручники и скотча. В поиске информации я отправляюсь в разные города США, чтобы от первого лица рассказать подробности происходящего. На этом канале новости всех 50 штатов Америки, четко по факту, только проверенная информация из влиятельных американских источников и никакой пропаганды.